На Южном Урале все-таки состоится Ильменский фестиваль бардовской песни. Летом его запретили из-за ухудшения ситуации с ковид. Теперь же барды смогут выступить на площадке Челябинской филармонии. Но ограничения для посещения все же есть. На Южном Урале, как и обсуждалось ранее, все-таки состоится Ильменский фестиваль бардовской песни. Летом его запретили из-за ухудшения ситуации с ковидом. Теперь же барды смогут выступить на площадке Челябинской филармонии. Правда, поскольку с лета эпидемия только усилилась, попасть на мероприятие можно будет лишь по пригласительным билетам. Концертная программа будет транслироваться онлайн. Мероприятием будет предшествовать конкурс авторской песни, очный и онлайн. Фестиваль пройдет также на площадке, где недавно открылась детская филармония и публичная библиотека. Мероприятие состоится 10 и 11 ноября. Ильменский фестиваль авторской песни входит в официальный список известных брендов Южного Урала и до начала пандемии принимал на своей площадке тысячи гостей. В разные годы на Ильменке выступали специальные гости – Дмитрий Харатьян, Владимир Крестовский, Тамара Гюрцетели, Вячеслав Бутусов, Вениамин Смехов, Юрий Стоянов, Леонид Лейкин, Никита Высоцкий, Валерий Сюткин, Сергей Трофимов, Сергей Безруков, Юрий Гальцев, Сергей Чиграков и многие другие. Мы будем следить за мероприятием и обязательно осветим его.